Три болезни и их причины. Не смотрите это видео, если вам неприятна критика, потому что правда, которую я вам скажу, может вам не понравиться. Я Андрей Антонов, эксперт по управлению мышлением. На Земле есть только три болезни. Первое. Одиночество. Это болезнь сферы отношений, связанная с недостаточно развитым эмоциональным интеллектом. Второе. Бедность. Это болезнь финансовой сферы, связанная с недостаточно развитым умственным интеллектом. Третье. Болезнь тела. Эта болезнь является следствием двух предыдущих. Если человек несчастлив в отношениях и постоянно беспокоится о деньгах, то его тело разрушается. Что с этим делать? А все очень просто. Прокачивать умственный и эмоциональный интеллект. И вы увидите, как в вашей жизни быстро наступит баланс и гармония. Где это сделать? Я приглашаю вас в нашу Академию управления мышлением. Ссылка на бесплатную консультацию ниже.